Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Информация для собственников украинских водительских удостоверений в Испании с 24 февраля 2022 года. Друзья, в связи с ситуацией в Украине, спровоцированной российским вторжением и приездом в Испанию большого количества временно перемещенных лиц из Украины, как украинцев, так и иностранцев, Генеральной дирекции по вопросам дорожного движения Испании – в соответствии с исполнительным решением ЕС номер 2022/382 приняты следующие исключительные меры. Итак, украинские водительские удостоверения будут действительны для использования на территории Испании в течение одного года с момента пересечения испанской границы, то есть начиная с 24 февраля 2022 года при условии действительности водительского удостоверения и соответствия возраста его владельца критериям, определенных для получения эквивалентного типа удостоверения в Испании. Следующее. В случае, если лицо временно обратится с целью обмена украинского водительского удостоверения на испанское, что предусмотрено соглашением между Украиной и Испанией, о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя, которое вступило в силу 31 октября 2010 года, необходимо будет взять предварительную запись в отделениях Генеральной дирекции по дорожному движению Испании. Факт проживания на территории Испании в этом случае будет подтверждаться через службы предоставления убежища и беженства, а проверка действительности удостоверений будет заменена аффидевитом, то есть письменным вашим заявлением, также заверенным нотариально. Следующее. Лица с украинскими водительскими удостоверениями, которые уже проживали на территории Испании и считаются и собираются обратиться или обратились относительно их обмена до 24 февраля 2022 года в связи с невозможностью осуществления проверки, будут также подавать аффидевит, то есть это письменное заявление, заверенная нотариально. Друзья, мы сейчас живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права за границей. Также рекомендую вам телеграм-канал «Допомога украинцам с житлом та розміщенням у Каталонії». Ви можете знайти пошук житла та розміщення для українців в Іспанії, тобто округ Барселона. Ссылки в описании под видео. Также, уважаемые соотечественники из Украины, если у вас есть вопросы относительно временной защиты в 150 странах мира из-за военной агрессии РФ против Украины, можете обращаться за разъяснениями по правовым аспектам. Или, друзья, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео.